Охайо, мои дорогие. Ленивая жопа на Максоне еле как смогла сдать атомную физику. Поэтому подводить итоги он заставил меня, того самого бота из песни «Раз, два, три». Раз. Уже как год и месяц Лем Ниската радует вас, дорогих слушателей, песенками, и надо бы уже подвести итоги и поздравить с Новым годом. Но сначала по порядку. Этот год был интересный, Максон много понял о себе и том, как писать музыку, но так и не научился сводить. Это правда. Слава все так же хорош, и может однажды научится писать стихи. За год вышло 2 альбома, прослушивания они собрали не то чтобы много, но каждый из них на вес золота. Спасибо вам. Максони любит загадывать наперед. Но в следующем году вас точно ждет много интересного материала. А может он наконец и доделает клип на Generation Z. А так в новом году желаю вам хорошей жизни и добра. От Лем Ниската ждите еще больше интересностей. Не прощаюсь с вами, ваш бот Максим. Поздравляю всех с Новым годом. Желаю счастья в новом году. Побольше денег, успеха. А самое главное – здоровье. Не потеряйте себя, ребята. Идите дальше по своей дороге. Год пришел, год ушел, а мы все так же тут, знаете. Все будет балдежно. А если не будет, то, ну и черт бы с ним. В общем, ждите. Всегда ваша Лем Ниската. И помните, дальше только больше.